У меня очень ровное отношение к этому. И вы знаете, я думаю, что тот ажиотаж, который подняли вокруг разрешения браков, те же люди любили друг друга, несмотря на то, что эти браки были запрещены. И я думаю, что все-таки больше вопрос имущественных отношений, страховки, наследства, еще чего-то. Я думаю, что он решает только это. Поэтому я как-то вообще не особо... Даже не знаю, как вам ответить. Как он говорит, не испытывает той радости. Я не вижу этой радости. Я думаю, что человек, способный любить, да, другого человека, однополый, он не однополый, он все равно будет это делать, несмотря ни на какие запреты. Вот. А разрешение их браков, я посмотрела это как на решение, не на признание вот это все, честно, я это вижу, как решение каких-то юридических вопросов, и разрешили им, и слава богу, потому что имущественных споров в Америке много, там, где еще разрешили, в Канаде это много лет разрешено. У нас, думаю, что нет. Это, я не думаю, что у нас это возможно в ближайшее время. Вот, и даже не знаю, нужно ли это, потому что у нас действительно многие это скрывают.